Слово «хлеб» обрело, восстановило среди всего этого свой символический смысл. Хлеб насущный, хлеб как образ жизни, хлеб как лучший дар земли, источник сил человека. Блокадница Таисия Васильевна Мещанкина о хлебе говорит, будто молитву новую слагает. Вы меня послушайте, вот сейчас, когда я встаю, я беру кусок хлеба и говорю: помяни, Господи, всех умерших с голоду, которые не дождались до сытья поесть хлеба. А я сказала себе, когда у меня будет хлеб оставаться, я буду самый богатейший человек. Вот с этого я начинаю утро, только с этого, я не вру. Пью чаю две чашки крепкого, и это богатство. Когда умирал человек, и ты к нему подходил, он ничего не просил. Ни масла, ни апельсина, ничего не просил. Он только тебе говорил: дай крошечку хлеба. И умирал. Я осталась, я не знаю, почему я такая осталась. Я не знаю, почему. Я малограмотная. У меня детство было тяжелое. Отец и мать до революции умерли. Но почему я осталась? А может быть, для этого и осталась, чтобы рассказать какую-то там историю интересную. Массовый голод. Это тихие смерти. Сидел и незаметно уснул. Шел, остановился, присел. Многие наблюдали и запомнили жуткую тихость голодных смертей. Я шла с работы, и вот угол проспекта Газа и Огородникова, женщина одна идет и говорит мне: девушка, ради Бога, помогите мне. Я мимо шла и говорю: а чем я могу вам помочь? Ну, доведите меня вот до этого забора. Я довела ее до этого забора. Она постояла, потом опустилась и села. А я говорю: чем вам помочь? Смотрю, она уже и глаза закрыла. Умерла. Об этом же и Людмила Алексеевна Мандрыкина, Невский проспект, 137. Ну, что вам еще сказать? Вот у нас в военном архиве всегда сидела милиция. И такие замечательные парни были, милиционеры, чудесные, молодые были все. Это те, которые были призваны на войну и оставались здесь в милиции. Милиции кормили очень плохо, так же, как и в МПВО. Вот я часто с ними разговаривала, ну, просто говорили о том, что пройдет же это время. А что будет потом? Мы старались не говорить о еде. И вдруг ты смотришь на человека и видишь, что у него стекленеют глаза. Я теперь знаю, что это такое. Прямо во время разговора. Вот прямо во время разговора он сидит, садится и говорит: ой, мне что-то не очень. Ну посиди, всем не очень хорошо. Вот двое так умерло на моих глазах. Потом он все медленнее говорит. Медленнее. Вот так умирали люди. Так они умирали на улице. Когда они шли, кто-то садился на тротуар. Сначала к нему подходили первое время, а потом его быстро обходили. И он часто вмерзал в струйку вот этой воды, которая шла. Такие рассказы повторяются и варьируются до бесконечности. Про тихий, незаметный переход за край голода, а иные приобретают жуткий образный смысл.